Он будет рестримчик делать на мой, соответственно, стримчик. Это мой маленький. Все смотрим, все радуемся. Хаби, привет. Прошу прощения. Он меня, конечно же, не услышит, потому что он понимает о том, что... Там суть в том, что была, что мы уже с Войсом договаривались уже как неделю отстримить кубок, и получилось так, что он должен был из финала уйти предыдущего и пойти стримить Хаби. Он написал Хаби, но потом он сказал, что вроде Рэмбо подождал, поэтому такая была неразбериха. Мы перед Хаби извиняемся, и никто не хотел, как обычно, ущемить его права, так что пусть он не ругается. Хаби сладкий, мощный. И в финалах Хоффенхайма Дортмундская Боруссия. Недавно мы видели 4-1, в принципе, достаточно уверенно выигрывала Боруссия, но мы можем отметить то, что у Хоффенхайма были достойные атаки. Если бы они смогли выгодно это все реализовать, то, возможно, сейчас Хоффенхайм был бы более уверенный. Да. Навес неплохой. Чаханоглу, дальний удар. Ну, не точно. Побон опять. И Халк, и Ройс опять играют. Ройс. Ройс. Бам, он на ворот. Шахеноглушник. Пас на Гнабрюха, мой любимый, играет. Ут. Черчи. Кастро. Плохие футболисты, они, конечно, не топовые, такие второсортные, так скажем, да. Прошу прощения за мой французский. Черчи, Шаханоглу, Шакланчик, удар, ну там кому-то в голову прилетает из пчелей, из пчел. Так будет правильнее, навес, ну тут все снимает вверх, конечно же. Защитник, молодец, умничка, так сказать, возьми с полки покрашек. Мои хорошие, мои дорогие, я похититель ароматов. Кадер. Навес. Неплохой. Ут. Не дает ему там, так сказать, защитник разбежаться, раздуплиться. Конечно, классно мы сегодня матчики посмотрели. Жаль, конечно, не было дополнительного времени против Ювентуса. Как Димас круто смотрелся и реально там все четко было. Мне очень матч понравился. Реально, респект пацанам. За приятный вечер после работы, как бы не в напряг или на постримить. Мы любим это делать. В принципе, можем себе это позволить, как говорится. С Хави поборемся, поборемся. Но, если честно, я рофлю на самом деле. И, в принципе, мне не жалко. Мне не жалко, чтобы смотрели этого гениального комментатора и одного из лучших игроков, бывших экс-игроков на красоту. А тем временем 18 минут встречи, и Хоффенхайм владеет инициативой. Дальний удар неплохой, ну вот чуть-чуть бы в уголочек, да, и вот Бурки бы, я думал, не успел бы. У него рост не самый лучший для вратаря, так скажем, да, не самый оптимальный. Но мы можем с вами об этом спорить сколько угодно, но я так считаю. Кто-то может считать иначе, и Побонов обматывает вратаря, удар, гол! Ай-яй-яй-яй-яй, на скорость тут Побонь еще обматывает. Красивое у него лицо такое, которое уже лет 20 не изменялось. Вот. Но сделал все грамотно. И 1-0 Боруссия Дортмунд повела в счете. Конечно же, мы все болеем за нашего любимого всеми администратора. Никак иначе. Понимаете, да, что у него, когда он смотрит мои стримы, у него квадраты влетают и... Дали удар! Жопа! Жопный гол сейчас Бурки пропустил. Отлично. Для интриги это просто супер. Уже по два мяча забили. Ой, ну да, два мяча в сумме забили. Короче, один забил Попка Бурки. Это было просто великолепно. Хулк тут пока не может обмотать. Вот. Ну, мне кажется, что Боруссия, конечно, обязана брать кубок. И, соответственно, делать дубль. Знаете, да, там по одной из причин, то, что не выкладывал результаты, пропустили они все-таки Натика не пустили в финал. В принципе, это заслужено, потому что он не выкладывает результаты, и как бы это неправильно.
Вот. Он вроде, по-моему, то ли Хофенхайм обыграл, да, но он, по идее, он должен был бороться за выход в финал. Короче, не суть. То есть он, по-моему, в финале должен был быть. Но не суть, короче. И так он выиграл Лигу Чемпионов. Я думаю, нормально будет. 28-я минута встречи 1-1. Гениальный гол, конечно, Бурки от штанги попочки взлетело. Побон выход 1-1. Побон видно, что то ли в конде, потому что в предыдущем матче его совсем не было заметно, но тут он просто рвет и мечет. Бабон, конечно, у него очень хорошая обмотка вратаря. Есть такой нормальный играбельный дриблинг и отличные ускорения, которые он может демонстрировать к матчу к матчу. И дальняя пушка, конечно, его самое великое, так сказать, удовольствие. Черчи. Травма С. Можно на вкус и аромат посмотреть. Черчи неплохо дает пас на Гнабри. Что тут делает? Удар! Пфф, ну почему там не бил? Я не понимаю. Левой ногой отлично мог ударить. Тут сейчас упускает 100% максимальный. Благо здравой радости удачи момент, в котором мог все-таки он отличиться. Хульк. Хуй ходит штрафной, надо будет скатывать. Навес неплохой. И чем он бьет удар? Еще раз удар. И читшотом добивает Халк. Это читшот, по-моему. Или побон. Да, тут кэтбэк был. Я считаю, что это... Ну, по-моему, это был читшот, ребят. Как вы считаете? Мне кажется, что был читшот. Ну, там вроде это добивание, да? Типа, это, по идее, добивание, но фиг знает. Короче, я не знаю. Дальний удар. И штрафной? Да, Чиханоглу. Шаханчик. Дальний удар. Неплохой. Ут. Ут. Его тут просто оттеснили. Ну, не знаю, там реально. С кэтбэта. Короче, вы поняли. С читшота, короче, забил, но, по-моему, типа, все отменили. Но это же рикошет. Поэтому, ладно, короче, забейте. 2-1 ведет еле-еле Дортмундская Боруссия. Удар и гол! 2-2. И Утик хорош. Стреляет 2-2. Молодец. Отлично отскакивает. Ну, Хофену прилетает за то, что он не реализовал предыдущий матч. Вы все можете посмотреть на Ютубе в Найкуша. Найкуша, лучший стример ПВЕ. Голосуйте все за меня, конечно же, в голосовании, чтобы мне были деньги. Деньги, деньги, деньги. На самом деле, голосуйте, кому нравится реально. Все знают, что я беру. Так. Кастро с мячом. 40. Ай, защитник ошибся. Как он не попал? Но это левая, левая. То есть, смотрите, вот защитник ошибается. Он проходит на спойсел и так бьет. И вроде хороший, так сказать, момент был отличный. Но Рэмбл ждет. Надеюсь, сейчас не будет вылетов. Это пауза актера. Пожалуйста, не вылетай. Нет, не надо. Не вылетай. Нет. Живи, дыши. Убивает мяч. И Рэмбл живой? Вроде живой, молодец. Фух. Рэмбл, живи. Ну, конечно, не Рэмбл Six и не такой Рэмбл, ну какой такой второсортный Рэмбл. А Ут. Ну, тут ошибки. Не, ну понятное дело, залетела херня. Конечно, что от штанги тогда залетела херня, но типа вы можете согласиться, что в принципе у Войс это тоже голы, это не особо прям такие конфетки. То есть там с читшота один добил, а другой, короче, тоже обмотал вратаря. Ну там как-то коренько, ну такое себе, да. То есть вот у нас поинтереснее голы были в другом противостоянии. Тут уже 4 мяча забиты в первом тайме. Но сейчас будет преимущество, конечно, у Войса, так что пусть не писается. Соответственно, сейчас на Грабри можно было один на один выход сделать, но не получилось. Войса можно, ой, Войса сейчас можно порубануть. А, пас плохой был, но он каким-то образом прошел. Не знаю, магия какая-то.
Боруссии Дортмунд. Отскоки, отскоки. Халк выходит 1-1. Халк мотает вратаря. Удары и мимо ворота. 2-2. Отправляемся на перерывчик, так сказать. Ну, голы нам не дали показать. Соответственно, можем послушать офигенный музон. Ту-ду-ду-ду-ду. Мы скидываем топовую музыку. Мы скидываем. Короче, Хаби умница. Так, ну что, в принципе, интересный финал. Здесь тоже пока еще ничего не ясно, как бы это прикольно не звучало. Ну, конечно, у Войса больше шансов для того, чтобы реализовать свои моменты, это так как у него игроки лучше гораздо. Вот, но мы будем болеть, конечно же, за приятности исход. Там пенальти хотим, хотим какую-то криминальную, так сказать, драму в концовочке и жаждем интерес. Ну, уже 4 мяча было, причем один очень гениальный от попки вратаря, другой с добивания чиншота, третий рикошет от защитников и в пустые ворота почти забивание этого снаряда знаменитого. Так что, ну, все хорошо, меня устраивает все, мне нравится, это вкусно, это полезно, это выгодно. Это мяу, это мяу. Это я кусь, я мяу. Хульк. Отличный пас на Побона. Побон может успеть. Ройс. Ройс сейчас на технике будет пытаться обмотать. Ройс. Да, не удар. Ройс. Но тут Бауман просто идеально. Ну, пока Войс чуть-чуть остудил пыл. Рэмбл. И, соответственно, сейчас проводит нормальные атаки. Побон. Ройс. Развороты, ну тут читает все. Ройс по 300 разворотов делает штрафной. Боже, ну как же он пытается вывести. Пхалк, левая нога. Нет, отлично играет защита сейчас. И тут ошибка. Гол, Побон. Дорман Побон забивает. Тут ошибка была от защитников. Не смогли ненормальный мяч вынести. Так. Кадик. Навес неплохой на Гнабрюху, но тут Гнабрю слишком маленький. Супер. Почему дальний удара нет? Хочу дальний удар. У тебя все летит в этом матче. Пожалуйста, больше дальних каких-то тут офсайд. 58-я, 9-я минута встречи. И как бы мы смотрим о том и понимаем то, что пока дортмундцы ведут на своем хосте. Отличный подкат. Дальний удар. Ой, рядом со штангой мяч пролетает. Хороший удар. Хулька. Хульк пока в этом матче не заметен. Побон отметился. Хитриком, если не ошибаюсь. Но я думаю, что Хофин не будет, так сказать, складывать ласты, склеивать и будет бороться до конца. Главное сейчас четвертый не пропустить. Для интриги. Дзубер. Ну как, конечно, его смотрите. Ну кусает. Ну просто сжигают его. Хулька так прессингует, отлично. Гриша сыграл, молодец. Супер. Вот. Ай, ну что это было? Ну, поднипало бы сейчас красного. Неплохо, Кастро. Нет положения не игры. Кастро неплохо забегает. Дает пас на Ута. Ут. И тут... Ай, тут... Защитников слишком много, слишком скилловые. Они такие тяжеловесы. Видите, там раз, два, три, пять, шесть человек было в штрафной. У Войса, конечно, сложно продраться. Побон! Удар! И отлично играет Бауман. Сейчас мог счет стать 4-2. Но этого не происходит. Хороший матч, тоже мне нравится. Чуть-чуть Хофину где-то не везет, на самом деле. Где-то супер везет. Так что все закономерно пока. Ройс, Марко Ройс, Марко Ройс. Ну так вот его нормально попихать. Попихать хрусталь. Вот, ну слишком он играет с ним. Как ты нежно так, что говорю. Я думаю, какой-нибудь старичок давно бы Ройса, как минимум, поверьте мне, на проверочку бы рубанул. Ну, понятное дело, что это, ну, это игра в любом случае. Ут побежал, куда-то побежал за пивом, походу. Дортмундцам уже побежал за пивком. Гнабри тут как-то, ну, совсем пытался
легко сыграть. И 70-я минута встречи. Сейчас будут какие-то микрозаменочки. Ждем что-то интересное в эти последние 20 минут. Ждем, конечно, третьего мяча от Гуэрреро выходит. Ничего пока интересного нету. Пищик. Хальк. Хулькушка Бартра. Бартр уже, по-моему, в опорке играет. Это уже, понятное дело, там, да, уже пошла уже суперзащита. Хульк. Хульк, будет скат. Ройс, удар, и Бауман тащит. Бауман хорош. Сохраняет интригу в матче. Побон, нет положения игры. Поланский, отличный отбор. Что же отлично. Просто сейчас везет Рэмбо. Ты реально этому уже просто люто везет. Сейчас там не забил 8 столько мячей, надо забивать. Хульк. Пас на Ройса, Ройс. Будут сейчас опять искать Побона. Шмельцер, пас на Кагау, Кагаушка, Побончик. Кастро. Гнабри начинает позиционную атаку. Кастро. Пас на Ута. Ут, ну какой плохой, плохой ответный мяч. Ответный пас. Прошу прощения. Гнабри. Да, прошу, прошу прощения. Гнабри обматывает троих. Навес неплохой. Если бы сейчас не Шмельцер или кто это. Там защитник отлично сыграл. Субочич, по-моему, это был. Гнабри, есть выход для удара. Вот! Удары! Скрэнд-хинка! Ты что? Что творит сейчас? Рэмбо, боже, он сейчас так перемудрил. Трэш какой-то, боже. Ну вот первый подкат на 83-м. Сейчас, кстати, мог третий мяч забить спокойно. И Побон сейчас будет убивать, смотрите. Сейчас будет четко в угол. Хульк на добивании. Сейчас будет пас. Да, не везет, конечно, Рэмбо. Рэмбо все делал грамотно в защите. И Войс также делал все грамотно. Но Хульку в этом, очевидно, не везет. Может, он синий. Не знаю. Фиолетовый, может. Зубер. Зубер. Ну и будет еще атаки великолепные от Хофенхайма, когда он из пустых ворот мяч отдает обратно. Может, это фэрплей? Ут. Субботич. Выбивает мяч, выгодно. Очень для себя держит мяч. Так, это может сейчас закончиться. Выносы могут сейчас закончиться приколюхами какими-то. Напомню, что в том сезоне Бавария выиграла и лигу, и кубок. Гнабри проходит двоих. Но там все-таки выскальзывает все. Дортмундцы пошли в защиту. Но тут Ройс. Все синее уже. Ройс бежит в штрафную. Ройс падает. Хрусталь падает. Есть 1 минута у Хофенхайма. Отлично может получиться атака. Рэмбоу. Делай дела, Гнабри теряет мяч, Хульк может отсюда запустить, Хульк пытается сохранить мяч, но очень плохие передачи, и тем самым, по ходу, сейчас Шмели выиграют такие кубок. Гуэра, все, уже бросает играть Рэмбо, навес. Хульк, там Юсик штермит, и дальний удар должен быть от Баттеры. Ой, ну до конца тут катает уже все, чтобы 100%, молодец. Еще и штрафной зарабатывать. За это можно 10 миллионов своих штраф. И все, поздравляем Шмелей. Ну, не особо заслуженная, но победа, да. То есть, ну, мы хотели, конечно, увидеть что-то, какие-то сенсации, но их, к сожалению, тут не произошло. 5 мячей мы с вами увидели. Дорлан Побон на 19 минуте встречи. Ну, тут, конечно, вратарь накосячил. Он с вами. Вот год говно вообще полное. Вот тут вот этот отличный гол. Тут отличный гол. Не! От попки мяч отлетает. Побон далее закидушечка.
Тут вроде бы уже должен быть гол. И да, с кэтбэка забивает Побон. Соответственно, но такое не считается, потому что это от вратаря, по идее, отскок. Кадербекушка, малышка, тут раз. И на 55-й минуте встречи забивает Дортмундцы пятый мяч. Это делает Побон в свойственной себе манере. И далее еще были некоторые моменты, которые не особо запомнились. Ну, тут Халк пробил неплохо. Ну, все. Спасибо за просмотр и покедова.